Это мой сын, это моя гордость, это продолжение моего рода. Вот, как ни крути, конечно, волнение присутствует. Такое прям страшное волнение присутствует. Ну, блин, я счастлив, я рад, что действительно родился здоровый ребенок. Вот, что она действительно с легкостью родила. Я действительно попросил прощения за то, что я действительно... Ну, где-то какие-то обидные слова когда-то говорил там, да, вот сейчас вот эта вся обида, ну, на второй план ушла. Я, в принципе, давал уже комментарий, что, конечно, мы как мужчины и женщины, ну, не сможем существовать никогда, но мне бы хотелось, чтобы мы в дальнейшем остались хорошими родителями, чтобы мы могли помогать ребенку, чтобы отец, ну, сын знал отца в любом случае, потому что я никогда не отказывался, вот, я всегда готов протянуть руку помощи, вот, потому что я понимаю, что это мой сын, и никто не отказывается и никогда в жизни не отказывался, и отказываться не будет. Но эмоции, конечно, переполняют, безусловно. Я даже не могу передать вам, что это за состояние.